Активно к ремонту дорог приступили в этом году в микрорайоне Чкаловский. Ход работ проверил глава Щелковского района Алексей Валов. Осмотрев центральные улицы, где в данный момент продвигается замена бордюрного камня, он поручил подрядчикам ускорить темпы ремонта. Там все дороги приобретут новый облик, и тротуары дополнительно появятся, и они будут и пешеходно-пригодные, и велопригодные, и пригодные для того, чтобы мамочки с колясками без проблем проходили. И в том числе будет выполняться и программа «Доступная среда». И я думаю, что мы в течение месяца закончим все эти работы и представим на обсуждение наших жителей. Глава также отметил, что в плане улучшения качества дорог в городе Щелково густонаселенный Чкаловский является одним из приоритетов для районной администрации. Всего в этом году там планируют отремонтировать более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Площадь ремонта тротуаров превысит 2700 квадратных метров. Основные дороги – это Ленина, Гагарина на участке между улицей Ленина и улицей Жуковского. И полностью улица Жуковского. Меняем покрытие, меняем бордкамень и ремонтируем тротуары. В ходе выездного совещания глава района также проверил, как коммунальные службы исполняют одно из поручений данных ранее – провести уборку дворовой территории дома номер 12 по Первому Советскому переулку. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».